Всем мое почтение, друзья. И вот на днях в Греции произошла железнодорожная катастрофа, в которой погибло 32 человека, 85 раненых. Столкнулись два поезда, грузовой и пассажирский. Какая причина, я не знаю, но то, что погибли люди. И это самое страшное. Самое страшное, когда гибнут люди. Хотел бы выразить свои слова поддержки, соболезнования друзьям, родным, близким, детям погибших, а всем тем, кто ранен и находится в тяжелом состоянии, хотел бы пожелать, чтобы как можно быстрее люди поправились и вернулись к нормальной жизни, и всей стране Греции в эти тяжелые дни, для нее, в эту трагедию, желаю сил, терпения и сделать так, чтобы эта трагедия больше не повторялась ни тогда. Виновные, конечно, должны быть наказаны, меры безопасности приняты, потому что жизнь близких – это единственное, что ценно, и жизнь человеческая – единственное, что ценно на этой планете Земля, потому что она дается раз человеку, и по вине кого-либо лишаться жизни не хочется, и не хочется терять близких. До новых встреч, друзья, и дай Бог, чтобы наши встречи с вами были по радостным новостным поводам.